1 июня на городском стадионе «Труд» состоялось торжественное открытие футбольного сезона. В этот день болельщики посмотрели сразу две календарные игры второго тура – первенство области среди команд высшей и первой лиги. Напомним, что в региональных чемпионатах участвуют две фурманские футбольные дружины – «Восход» и футбольный клуб «Фурманов». В первом туре, который стартовал 25 мая, обе наши команды уступили в гостевых матчах – «Фурманов» Тейковской «Звезде», а «Восход» «Спартаку» из Шуйского района. В матче первой лиги во втором туре соперником наших футболистов стала команда «Калтек» с поселок Колобово Шуйского района. Несмотря на явное преимущество хозяев в начале игры, гости сумели открыть счет уже на 6-й минуте – 1-0 в пользу «Калтекса». Наши вынуждены были поднажать, и не безуспешно. На 22-й минуте наш Павел Пазухин счет сравнял, а через 10 минут Леонид Терехин вывел нашу команду вперед 2-1. В конце первого тайма игрок фурманской команды Иван Шибанов увеличил разрыв в счете, и на перерыв команды ушли с результатом 3-1 в пользу ФК «Фурманов». Во втором тайме гости явно прибавили в игре, но так и не смогли пробить оборону соперника. Напротив, на 75-й минуте пропустили еще один мяч от фурманской команды. Гол на счету Слави Младенова. В первой лиге после двух туров лидирует «Звезда» из Тейково, две игры, две победы. Футбольный клуб «Фурманов» с тремя очками на втором месте. Одна победа, одно поражение. Фурманский «Восход» в первенстве области высшего дивизиона сейчас занимает предпоследнее 6-е место. В этот же день свою домашнюю игру «Восход» проиграл команде «Шуя Гер» со счетом 1-2. Гол в нашей команде на счету Антона Матросова. Игры третьего тура нашей футбольной дружины проведут на выезде. Матчи состоятся 8 июня. В «Родниках» «Восход» сыграет с местным клубом «Родник», а «Фурманов» в «Тейкове» с командой «Красное знамя».